Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Сегодня мы вам расскажем и покажем самовар. Самовар четырехведерный, жаровый был, но его переделали. Его переделали кустарно, ну, скажем так, не совсем по-доброму. Давайте посмотрим. Вот видите, в репеек прямо вставили вот такой кран. Он еще есть переходником. Кран от водопровода. Такие в банях ставят. Потом раньше ставили в квартирах. Смотрите, у него стальной переходник. Вот. Это первое. Давайте посмотрим второе, что у нас. Крышку открываем. Вот такой тен. Тен мы видим, пластину впаяли, и не просто впаяли, а еще из черного железа болтами прикрепили по периметру. Вот мы видим головки этих болтов. Во. Да, конечно, печально все это. Давайте мы перевернем и посмотрим. Вот так вот сделано. И вот такая печаль. Отверстия, да еще отверстия, которые, скажем так, не попали. Вот. И наделали кучу отверстий. И этот самовар, конечно же, в работу. Смотрите. Лишнее отверстие, которое не попало. Вот. Обдирать, паять, полировать. Вот такой самовар. Печально все это. Печально. Давайте мы его опять на ноги поставим. Такая печалька. А так, тело самовара вроде больших изъянов не имеет. Вот. Друзья, напоминаю, канал Каримов Равиль, канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Будьте с нами. А на сегодня я с вами прощаюсь. Сердечная благодарность людям, которые подписаны на меня и поддерживают мой канал. Спасибо, до свидания.